Пищевой дневник является очень важным и действенным инструментом в плане снижения веса. Он нам показывает, насколько сбалансированно питаются наши пациенты, насколько ведется правильный подсчет килокалорий. Раньше были худенькой? Да, я всегда раньше была худенькой. Почему поправились? Люблю себя, не могу себе ни в чем отказать, балую. А как теперь будете? Ну, нужно брать себя в руки. Я всегда любила красиво выглядеть, красиво одеваться. И ну, сейчас хочется носить не то, что на меня налезло, а то, что мне именно нравится. И это, наверное, моя главная цель. Хочу выглядеть красиво. Вернуться к той, кем я была. Потому что сейчас я не в своем теле.